Всем привет! Движемся по следу трактора с вороном. Опять кто-то тут у нас все изъездил. Мы опять, нам интересно, в какую сторону. Нас, не нас тропят. Вон он, мой след. Вот если видно, вот там вот я ехал. И трактор куда-то туда же. Сейчас поедем, проверим, кто тут кого опять ищет, кто тут что делает. Продолжаем выслеживание, так скажем, вытрапливание трактора. Тут еще снегоходовский след. Ну, это прошлая поездка была снегоходов. Ну и моя на лыжах потом. Наверное, одни и те же люди ездят. Ну, сейчас поглядим. Привезли они соли или фотоловушку поставили. Что-то же делают в лесу тоже, правильно? Ворон у меня уже мокрый, инеем покрывается. Сегодня как-то опять морозненько, маленько. Но по следу зато по тракторному скакать одно удовольствие ему. Волю набегался уже. Как-то вот так вот тут. Движемся мы по старому снегоходовскому следу. Тут вот такая вот дорога. Косулями набита. Лисами. Лисы вообще любят по такой дороге бегать, оказывается. Трактор на след пошел маленько в сторону. Я не стал по нему ехать, потому что мне ближе из деревни туда заехать с другой стороны, чем в обратную сторону. Так-то нам свои дела еще надо с вороном сделать. Так что вот так вот. Все, вороны разбежались все, все убежали. Куда подались, да, ворон? Там же сугробы. Самый хитрый решил обойти. Да потому что он, наверное, козел. Точно.
Сегодня все в рассыпную. Кто куда. Разбежались. Там тормознули. Там вот след лосиный, но он вроде подмерзший уже идет. Вот. Козлячьи наброды. Всем привет! Второй день с вороном катаемся в лесу. Делая летом солонец тут недалеко от колодца, который копал. Ну как солонец? Соль в деревья насыпал. Козлик, видимо, случайно наткнулся. Вон там сбито было, отсюда сыпал только между деревьев. Есть рядом лосиный след, но лоси подходить сюда не подходили. На солнышке вот тает, если видно. Сейчас подойду к колодцу, погляжу, как там дела обстоят. Значит, этот солонец работать будет. Найдут они его в этом году. Подхожу к месту. Сразу видно, следы есть крупные. Лосиные есть совсем старые. Есть более-менее такой свеженький. Ох. В общем, не один раз он сюда приходил по памяти. Что тут, 2 метра высота, даже больше. Вот я 1,80 м с небольшим стою. И ай, весной будет полнёхонький. Ходит, это хорошо, пусть ходят. Хотел сначала прям наверху сделать, но может так еще и сделаю. Потому что мне кажется, если воды много будет какой-то год, не то что тут бугор может, вернее, не то что там может затопить березу, но и бугор этот может затопить. И всю соль мою вымоет. Ну вот как-то вот так вот. Снег в кустах рыхлый, хоть и много, но рыхлый. Хорошо ходить. Едем дальше. 2,5 часа в пути. Видели мы 2 козлов и 1 лося. И все. Следов довольно много, козлиных много. А даже чтобы где-то бежали, не видел. Вот следы. Наткнулся один след ворона, другой след кабана одиночный. Кто думает, здоровый он или нет? Вот какой след? Абсолютно одинаково они выглядят примерно. Да, вот, по какашкам, короче, след правый. Вчерашний, вроде как, не шибко подмерз. Или рано утром прошел. Так что, сейчас мы с вороном проедем по этому следу. Когда мы окажемся рядом, ворон его почует. Он куда-то, он туда дальше идет. А там мы примем решение попробовать к нему подойти пешком. Потому что ворон к такому кабану не пойдет. Он должен быть неплохих размеров. Или не подходить к нему пешком. Ладно. Он в попутном направлении, так что поедем. Вон лосиха с лосятами стоит. Лосенок куда-то один ломанулся бежать.
Ветер ровно от нас дует. Ворон тоже увидал. Увидели друг друга одновременно. Она ела. Веточки тянулась как раз. Шея высоко была. Увидал. Что-то она побежала. Лосиха и лосеночек убежали. Я на вороне такими местами даже не лажу. А тут на тракторе без всяких проблем. Раз и проехали. Это другой, кстати, след. Второй день мы ездим. В общем, это маршруты зимние. Таким образом прошли в труднодоступных местах. Как-то вот так вот тут. Маленько круг дадим. Ну, ворону идти следом легче, чем соляной полем. Корочка стоит, ему вообще неудобно. Но там уже он есть следы косуль. Два дня следу или три. Ну все. Кстати, места нашел такие. Это ловушки увез. Через месяц привезу примерно. Ну, по погоде будем смотреть. Там, блин, там зверя должно быть. Ну это, конечно, если все удачно. Как-то вот так вот. Всем пока. Тут какая-то поляна. Поляна — это хорошо. Ну все, мы с вороном маршрут проверили. Все отлично, зверь есть. С департамента посмотрят, даже ехать не надо, скажут, он там этот проехал. Ну все, теперь точно всем пока. Ворон, подай варежку. Ворон, подай. Не хочет, засранец. Третий день с вороном в лесу. Едем, едем. И вон там он в поле. Далеко. Вроде как уши. Вижу-то я плохо. А это вроде как лось лежит. Камера плохо фокусируется. На нас смотрит. Мы на открытом поле. Как-то вот так вот. Если увижу поближе, засниму. Да, ворон? Ворон-то еще не видит. Эй, не пинайся. Попробуем, насколько можем подъехать. Короче, вон туда, куда-то прямо нам надо. Ворон еще не видит. Снега нам вот так вот, и он маленько с корочкой. Ворону неудобно идти. Но прошли мы уже метров, наверное, 100. Бежала. Или лосиха, или лосенок, но кто-то не совсем крупный. В общем, поехали мы тогда дальше. Наткнулись с вороном вот на такое место интересное. Какое сегодня, 10 или 11 февраля.
перед этим видео снимал, уже бык без рогов был. А этот, видимо, еще никак не может избавиться от них. Березкам досталось, так досталось. Он тут, видимо, шибко с ума сходил. И похоже, он впереди, он ворон куда-то в кусты смотрит. Ветер оттуда. Да, ворон, там где-то он. Здесь должен быть большой бык. Один из тех, которого я снимал. Интересно было бы рога его найти. Ну все, как-то так вот. С вороном вроде все дела сделали. 3 дня катались в лесу. Ходить ему очень некомфортно. Снега ему вот так вот. Местами плотный. Где раньше мы могли за 30-40 минут, где бегом, где как преодолевать расстояние. Сейчас у нас входит около 2-2,5 часов в одну сторону. И вот за день мы часов, наверное, по 6 накатываем. Ну все, сейчас, наверное, недельки 2-3, может быть, и да может быть и больше не поеду. Тут одна автоловушка, аккумуляторы вроде заряжены, флешки большие. Пусть снимают. Блин, ну интересно, он потерял, не потерял где-то рога-то. Ну ладно, все, всем пока. Вот еще одно место такое же, где лосику шибко не понравилось. Вот у него копыто довольно здоровое по снегу. Мере раза в полтора здоровее, чем у ворона след остается. Тоже не повезло, дереву досталось. А мы едем дальше.